Здравствуйте! С вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное, естественно. В возрасте 9 лет моя гостья лицом к лицу встретилась с Иисусом. В 12 лет она уже преподавала на библейских курсах. Теперь она видит, что Дух Святой совершает то же самое, что совершал в Евангелиях и книге Деяний. Ее намерение стать сосудом святого огня, чтобы зажигать вас славой нашего безудержного Бога. Приготовьтесь принять этот святой огонь. Это сверхъестественно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословением в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцелений? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Хочу ненадолго вернуть вас в прошлое, к первой встрече. С нашим Мессией, Иисусом, а Лицом к Лицу. Я впервые встретилась с Иисусом Христом, когда мне было девять лет. В тот день я поехала к бабушке и дедушке. В доме было много скорбящих людей. Меня обняла незнакомая мне девушка. Она очень горько плакала и говорила «Прости, прости, прости, не знаю, как тебе это сказать». Твой отец только что убил твою мать и покончил с собой. Мне очень-очень жаль. Я подумала, ты лжешь. Я вырвалась из объятий этой девушки и, что есть силы, побежала. Это была моя детская попытка убежать от немыслимого. Когда силы иссякли, я упала прямо в грязь, задыхаясь и плача. И тут я услышала собственный голос. «Иисус, помоги мне! Иисус, помоги мне! Ты мне нужен! Ты можешь помочь мне!» Я даже не знала, кто такой Иисус. Я росла не в церкви. Я была там всего два раза. Всего два. Тогда почему вы звали его? Потому что в первой главе к римлянам написано, в сердце каждого человека заложено понимание, что Бог есть. Неважно, кто ты, как вас воспитывали и в какой культуре вы росли, когда ваше сердце сокрушено, мы интуитивно понимаем, что нужно искать того, кто нас сотворил. Что стало с вашим разбитым сердцем? Вы возвали к Иисусу, и что было дальше? Как сказано в Римлянам 10.13, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Спасение близко. Оно в ваших устах и в вашем сердце. Если вы исповедуете своими устами, что Иисус – Господь, и сердцем верите, что Он – Сын Бога, пришедший на эту землю, вы спасетесь. Я ничего не знала. В тот момент я просто поняла, что я больше не одинока. Господь всего творения только что присел рядом со мной и взял мою руку, которую я протягивала к Нему. Мой Иисус больше никогда меня не отпускал. Никогда, никогда. Вы используете терминологию, которую я редко слышу в разговорах о Боге. Вы называете его своим безудержным Богом. А что вы имеете в виду, говоря именно так? Мне нравится то, что он сотворил. Я дитя дикой природы и много времени провела среди его творения. Личность Бога и то, что он совершает, невозможно вместить или сдержать. Бог неописуем, не сдержан, он неукротим. Он безудержный Бог. Он не просит нас понять Его, потому что мы на это не способны. Однако Он просит нас полностью довериться Ему, чтобы мы вышли за пределы своего понимания, своей логики, образования, своего богатого опыта, чтобы мы, женщины, вышли за пределы своих эмоций и вступили в глубокие воды близости к живому Богу. Именно там мы увидим, насколько Он безудержный рядом с собой. Вот где Господь хочет нас видеть, рядом с Ним. Но вы также говорите о безудержной простоте. А вот теперь объясните это, пожалуйста. Один драгоценный африканский пастор как-то сказал, что Дух Живого Бога, Дух Святой, подобен великой и мощной реке. Вы не скажете реке, куда ей течь. Нет, вы не можете этого сделать. Вместо этого вы ныряете в нее и плывете туда, куда она вас несет. Как нам следовать за Богом? Мы не можем понять Бога. Он намного больше нашего понимания. Но Он призвал нас делать очень простые вещи. Следовать за тем, кто знает путь. Молитесь, слушайте и делайте, что Он говорит. Это безудержная простота нашего Бога. Каждый, кто называет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и Мессией, может молиться, слушать и следовать Его голосом. Объясню, что я имею в виду. Я тоже учусь следовать его указаниям. Недавно я учила на крупной женской конференции. В перерыве ко мне протиснулась женщина и сказала, ⁇ Моя подруга не может прийти, вы не могли бы подписать ей книгу ⁇ Я начала писать, но Дух Святой меня остановил. Кстати, моя любимая молитва ⁇ Дух Святой, веди меня ⁇ я начала писать глупейший стих в своей жизни. О чем вы думали, когда писали его? Я писала женщине, которую никогда не видела. Моя любовь к тебе больше, чем звезд в небе, моя любовь больше, чем песчинок в море. Вам не захотелось куда-нибудь спрятаться? Я подумала, бог, ты, наверное, шутишь, это ужасно. Я даже не знаю эту женщину, что я пишу. Моя любовь больше, чем песчинок в море, и вся эта любовь между нами. Вы писали незнакомки? Да. И думала, это самые нелепые стихи в мире. Можно было сдержаться и написать «Да благословит вас Господь с любовью Ким». Я протянула книгу женщине, она взяла ее, но я так и не смогла выпустить ее из рук, горя желанием вырвать первую страницу. Наконец, я отпустила книгу с мыслью «Господь, я выставила и себя, и тебя на посмешище». Бог такой забавный, Он такой добрый папочка. Он сказал, «Я Бог, меня невозможно выставить на посмешище». Просто задета твоя гордость. Да, и она еще при мне. Затем в ходе конференции я с ней разбиралась. В самом конце стояла совершенно сокрушенная женщина. Она подошла ко мне, держа дрожащие кулаки под подбородком. Я увидела, что она прижимает к груди мою книгу. Женщина открыла первую страницу. Это была книга с тем нелепым стихотворением. Я подумала, стих и вправду не удался, вот она и плачет. Но женщина молча указала мне на это стихотворение, а затем выдавила из себя. Как вы узнали? Как вы узнали, кем вы не могли этого знать? Моя мама молилась за меня этими словами каждый вечер, когда я была ребенком. Она недавно умерла, я так потеряна без нее. Я умолял, Иисус, если Ты реален и видишь мою боль, тогда дай мне об этом знать так, чтобы я поняла, что это точно Ты. Тогда я дам Тебе всю свою жизнь. Теперь я знаю. Теперь я знаю. Дорогие, если вы хотите пережить безудержную простоту служения, исследования за нашим Господом, попросите Его. Попросите Его, идите за Ним туда, куда Он хочет вас повести. Молитесь, слушайте и делайте то, что он говорит. Это вопрос перспективы. Порой мы видим только часть картины. Пожалуйста, приведите мне подходящий пример из жизни. Я уже говорила, что люблю дикую природу и много времени провожу в горах. Мне кажется, что это похоже на любование лавиной с расстояния. Когда вы на безопасном расстоянии, нет более красивого и впечатляющего зрелища. Однако, если лавина вас накроет, вы увидите ее совсем иначе. Порой боль кажется нам бессмысленной, но у Божьего плана всегда есть смысл. К примеру, мы с мужем спасаем лошадей. Какое-то время назад мы спасли двух же ребят от бегущего стада. У одного из них были страшные повреждения. Когда он упал, я услышала хруст его костей. Четыре женщины, включая меня, подбежали поднять этого же ребенка. Его передняя нога была выгнута назад. Мы отнесли его в безопасное место. Дома я позвонила ветеринару и попросила усыпить же ребенка. Потом я зарыдала и сказала Богу, я не понимаю, это бессмысленно. Это же совсем маленький же ребенок, Господь, помоги мне это понять. Вскоре приехал ветеринар. Мы зашли в стойло. Мало того, что ноги же ребенка были в полном порядке, он стоял. Мы помолились за него еще до приезда врача. Ветеринар осмотрел его, все было в норме. Она сказала, что ноги, возможно, просто подогнулись, пока мы его переносили, все кости стали на место. Вот такой наш Господь, великий, всемогущий, Бог спасающий и Бог любящий. Наверное, так сказал бы любой врач. В любом случае, я отпустила всех сотрудниц. Вам было виднее. Да, мне было виднее. Когда я проводила врача до машины, куда она сложила свои вещи, Дух Святой сказал мне, не отпускай ее, поговори с ней. Я посмотрела на прекрасное лицо своей подруги, в свете сумерек и спросила, а с тобой все в порядке? И она начала горестно рыдать и плакать. Закрыв лицо руками, она рыдала, она стонала. Она была не в силах остановиться. Это было непередаваемое горе. Минут через 30 она наконец сказала мне, я превратила свою жизнь в такую катастрофу. Я не знала, что мне делать. Вечером, когда ты мне позвонила, я сидела на кровати и уже подносила к виску пистолет, пытаясь нажать на курок. Мне так нужно было, чтобы кто-нибудь позвонил. Кто-нибудь. Я хотела покончить с собой. И здесь позвонила ты. Я верю, что это Господь. В тот момент Господь помог мне увидеть, что мой звонок с просьбой завершить одну жизнь стал его призывом спасти чью-то жизнь. Это безудержная перспектива нашего Бога. Если мы доверяем Ему и продолжаем шаг за шагом идти вперед, никакие катастрофы вокруг нас не поменяют его совершенный план. Я могу доверить ему каждый свой шаг. Это его безудержная перспектива. Он призывает своих детей доверить ему каждый шаг. Когда я попаду на небеса, я все это пойму. Тем не менее, Бог, я знаю, что ты любящий Бог. И все, что творится в моей жизни, ты обращаешь во благо. Поэтому я не буду жалеть себя. Дедушка Ким научил ее мудрости. Однажды это было давно. Мудрости, о которой почти никто на земле и не слышал Скажу больше, это спасло ей жизнь, это спасет и вашу жизнь после короткого перерыва. Мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Ким должен сказать, что все, чему вы учите, вы пережили на собственном опыте. Это не теория, и мне это очень нравится. Вы учите о безудержной смелости. Что это значит? Божья смелость не свирепая, она любящая. Когда мы осознаем всю полноту Божьей любви, она наполнит нас до такой степени, что мы обретем смелость. Эта смелость мотивирует нас на поступки любви к нашим ближним. Мой дедушка был лесником, охотником и рыбаком. Он говорил, находясь среди дикой природы, помни об оппонентах. Когда ты встретишь медведя, а ты его непременно встретишь, Тебе нужно опустить взгляд, развернуться и пойти в другую сторону. Тем самым ты скажешь медведю, я тебя вижу, признаю, что ты босс, и пойду своим путем. Я рад, что не встречал их, но возьму на заметку. Возможно, вы встретите горного льва. Вы его не встретите, если только он не решил вас атаковать. Вам нужно визуально выглядеть как можно больше и не спускать со льва грозного взгляда и ни в коем случае не отступать. Дедушка говорил, не волнуйся, если ты не будешь вести себя как добыча, ты ею не станешь. Насколько опасен горный лев? Это второй по степени опасности хищник на планете. Смертность от них так высока, потому что они прыгают из засады. Они всегда нападают сзади и хватают добычу за шею. Они либо ломают ей шею, либо перекусывают артерии. Как только вы осознаете, что на вас напали, вам уже конец. Я провожу огромное количество времени на природе. Однажды на прогулке мое внимание привлекла какая-то вещь. В кустах, на траве что-то лежало. Как оказалось, на этом месте был олень или лось, сбросил оба рога. В дикой природе такая находка встречается нечасто. Я поняла, что это момент завета между мной и моим отцом. Он знал, о чем я думала, молилась и размышляла. Подняв эти рога лося, я осознала, что нашла такое впервые. Они были не очень большие, сантиметров 70 в длину. Охотники порой проходят по 30 километров, чтобы найти второй рог, но всегда безуспешно. А я нашла сразу два. Я подняла их и прославила Бога. Я сказала, спасибо тебе, Господь. Я восхищалась этим произведением Божьего искусства и думала, что Бог хотел мне этим сказать. То, что было дальше сложно описать, я просто услышала голос Бога Отца, который сказал, я так сердит враг пришел на мою землю, атакует мой народ и убивает моих детей. Я сыт по горло его атаками. Я призываю каждого, кто носит мое имя, сразиться и прогнать врага с моей земли, вернуть землю, за которую мой сын отдал свою жизнь. Верните мою землю обратно. Я словно попала под водопад образов. Меня ошеломил звук сражений и вид щитов, доспехов, мечей, коней, рек и орлов. Это был нескочаемый поток образов. И вдруг этот поток прервало слово «смотри». Меня словно ударило током. В трех метрах от меня, всего в трех метрах, Сидел горный лев, готовый напасть. Нас разделял всего один прыжок. Мой мозг словно отключился. Мне не кажется... Нет, это и правда, горный лев. Да, он выбрал тебя и готов на тебя напасть. Моя первая мысль, Бог, у меня ничего нет. Мне нечем себя защитить, Господь. Неужели это случится сейчас? И я почувствовала, Бог закричал, «Есть! Подними оружие, которое я дал тебе!» Я тут же подняла над головой рога и грозно посмотрела на горного льва. Я смотрела в его глаза, горящие жаждой нападения. Его зрачки расширились и стали почти черными. Золотой радужки было почти не видно. Я смотрела на этого льва и шипела, словно говорила «Я тебя вижу». «Я тебя вижу», а лев словно шипел в ответ, «А я вижу тебя, и сейчас я убью тебя». «Господь, что мне делать?» «Что мне делать?» Господь сказал, «Атакуй! Атакуй!» Я закричала и сделала большой прыжок в сторону льва. Угадайте, что он сделал? Ничего. Он затаил дыхание. Это было так неожиданно. Я ожидал другой развязки. Я подумал, что он просто убежит. Да, мне бы тоже так хотелось. Но он только больше прижался к земле, чтобы совершить более мощный прыжок. Я похолодела. Теперь нас разделял всего один метр. Однако картина изменилась. Я по-прежнему смотрела на горного льва в метре от меня. Но теперь я смотрела в черные глаза греха, который атаковал мою жизнь. Я услышала, как он говорит, ты знаешь, что я всегда был рядом, просто ты никогда не видела моего лица. Ты не можешь меня прогнать. Тебе нравится, что я здесь. Продолжай притворяться, что меня не существует. Отвернись и уходи. И тогда я убью тебя. Я ощутила волну холода. Я рассердилась, потому что во мне словно встретились лед и огонь, святой огонь. Из моих уст вырвались слова «ты лжец». Я кричала, прыгала и была готова воткнуть рога в голову льва. Прежде чем я коснулась его, лев отодвинулся, и рога воткнулись в землю. Я вытащила их и снова подняла над головой. Лев бросился бежать, размахивая хвостом, словно говоря, «Я ухожу. Почему я делюсь этой историей?» и Спросите вы. Эта встреча произошла не только для меня. Каждый человек, каждый день, называющий Иисуса своим Господом и Спасителем, сталкивается с этим хищником, сталкивается с этим предателем, Иисус призывает вас поднять орудие войны, которое Он вам дал, и с любовью Иисуса Христа отправиться в землю своего сердца, своей семьи, своего города, чтобы изгнать врага из сердца, и своего дома, и своего города любовью Иисуса. Он отдал свою жизнь за все это, и теперь просит нас, нас с вами, сделать то же самое. Вы готовы рискнуть? Вы готовы? Я вам больше скажу. Вы больше, чем победитель. Тот, кто живет в вас, гораздо больше того, кто живет в этом мире. Да. Смотрите в следующем выпуске. В сфере славы созидательные чудеса происходят мгновенно. Присоединяйтесь к нам в программе ⁇ Это сверхъестественно ⁇ с Идем Ротом. Мы расскажем, как действуя вместе с Богом, ходить в Его славе и видеть Ее проявление в своей жизни. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутины жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов, Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать, одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны? У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? Изголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу, а не думали сами. У Божьего сверхъестественного нет границ, теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ, теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями, выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно, у Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному.